Хочу поздравить коллегу с победой. Спасибо. И ну, по своим ребятам кратко. Третья игра на выезде, тяжеловато. Пытались что-то сделать, но не хватило сил, банально, травмы. Ну, не снимает это с нас результат. Четвертую игру уже проигрываем. Хоть и в овертаймах, но нужно собираться и выигрывать. Получилась хорошая, плотная игра. Нас более не так не пускали. Да? Но спасибо ребятам за характер, что сумели пробиться и забить два гола. Вопрос, коллеги? Судя по всему, вы довольны игрой малыша первой? Для первой игры ты сыграл нормально. Спасибо. Андрей Викторович, кого бы вы выделили сегодня из команды? С точки зрения кто? Из чьей команды? Из вашей. Игра проиграна. Старались. Вратарь неплохо играл. Мало, надо добавлять. Ну, Сергей, пожалуйста, вот еще один вопрос к вам. Вот сейчас команда играет наша без игрока, который выглядит противно. Вы вот как оцениваете сейчас состояние команды? Есть ли возможности? Не по адресу скажу. Ну да, это не ко мне, наверное. Да, но почему? Оцениваю со стороны. Есть возможности, которые знают. По игре задайте вопрос. Вы же играете. По игре задайте. Я коллегу поздравил с победой, а все остальное это к нему. По игре есть можно вопрос? Да, есть вопрос. Андрей Викторович, можно сказать, что автомобилист, то, что выглядел все-таки посвежее в третьем периоде, ну и в овертайме в том числе оказалось решающим. И вы же на три звена перешли, да, и задолго как-то. Проигранный матч, я сказал, я по своей команде только мог судить. У нас немножко... график тяжелый. А чужая команда, я не обсуждаю чужую команду. Анатолий Анатольевич, усилили нападение, повышаем вообще, какие на него ставки делаются? Давайте поживем, увидим. Анатолий Анатольевич, вы вернулись из длительного турне, за плечами тысячи километров. Вы представили тренером игры команды для себя? Ну, приняла настроение, поиск приняла настроение. Это у нас было три безигровых дня. Подготовились. И сегодня спасибо ребятам, что сумели выиграть матч. Спасибо.